Ну, обманули, подсунули договор подписать. Значит, теперь послушайте внимательно. Сейчас угомонитесь, послушайте. Я послушаю. Вы послушайте. Я говорю, так просто ничего не закончится. Я послушаю. Просто можете поверить. Либо вы урегулируете конфликт я с клиентом. Я послушаю. На вывеске? Послушай сам. Послушай теперь. Ко мне послушай. Обращаться на вы попрошу. Я не говорю тебе, теперь на вы обращаться, понял? Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Но это у нас уже второе мероприятие по социальной экспертизе. Вот еще один пострадавший человек. Расскажите, пожалуйста, что у вас произошло? Ну, обманули, подсунули договор подписать. Ну, в общем, сейчас мы пойдем интересоваться у Лебенко, у Прошина, или как у него там фамилия. Вообще, где деньги, Зин? Пойдем быстрее, пока не закрылись. Закрылись. Да. Закрылись. Опа! Смотри, закрылись. Здравствуйте, откройте, пожалуйста. Да мы с вами к вам с хорошими намерениями, вы что? Ты посмотри отсюда. Я заплаткнул в надежде. А знаешь, когда вот так поступают, вот так закрывают двери, это значит, есть что скрывать. А рыльца-то в пушку. Вот так приходится выбивать свои деньги, да? Положено, а че, охренели. Я теперь понял, у меня теперь карта сложилась. Почему вам смс пришло, значит, платеж пришел именно от этой фамилии, от Лебенко тоже. Дело все в том, что это раньше была одна организация, ну, как бы они все одни работали, они потом разделились. Валентина Лебенко, она там осталась, продолжает своими плохими вещами заниматься, и они ушли от нее, начали заниматься. Она раньше была замужем за Лебенко, видимо, Евгения, потому что у вас от Евгения пришло. Это его контора. Это в разводе муж и жена. Поэтому вам Лебенко прислал вот эти деньги. Ну, заключен сессия на другого еще человека. Да, просто. Привет вообще какой-то. Один, ну, я так думал, один составлял, блин, второй, блин, там вел. Я им там звонил. Это самое. Я этому рейснику позвонил. Говорю, блин, ну что ты, блин? Ну, подожди, блин, сейчас пока посчитаю, в течение месяца должны выплатить. Гаишники что же получают за когда? Он же свел с аварийным комиссаром, получается, у вас? Да. Правильно? Да, да. Вот он порекомендовал. Там цепочка целая. Гаишник получает за то, что варком передал материал. А варком, потому что у вас как получилось? Это, кстати, все в Рамоне было. Это уже не первый случай такой. Значит, гаишник сказал, обратитесь к этому. Он там бывший сотрудник, наверное, как всегда там, да? Да, да, да. Бывший сотрудник, да, на пенсии. Обратись к нему. Вы документы на руки не получали никакие. Он сказал... Вот я как Нострадамус, вот один в один под копирку. Он сказал, а варком сам заберет, аварийный комиссар, да, правильно? Да, да. Сам заберет. Вот, вот все получается. Это вообще как вот незаконно передает сотрудник полиции третьему лицу документы ваши. Это все в связке. Каждый получает на каждом этапе деньги от вас. Да. За счет вас. И получается, что за счет вас зарабатывает сам гаишник, аварийный комиссар,
Ну и вот звено конечное, которое больше всех зарабатывает, это вот такие вот конторы. Получается, что гаишник получает деньги за то, что свел, потому что коррупционный момент прослеживается из-за того, что документы вам в итоге на руки никто не дал, хотя должны были на руки на месте дать. А это самое, я с ним приехал, говорит, я говорит, сам, ты не забирал справку? Я говорю, да нет, что, надо забрать? Я говорю, да я все сам заберу. Вот. Он все сам заберет. Спрашивается, откуда у него такие полномочия? Вы его, на него нотариально доверие на него оформили. Ничего. Что он там, на каком основании он сотрудника полиции заберет ваши документы, которые положены вам получить от сотрудника полиции лично. То есть там, значит, соответствующие для получения страховой выплаты. Это чтобы вы никуда не сбежали. Да, понятно. Это удержание документов. Вот и, блин, время тянули. Да, поэтому получил, значит, ларком ваши документы. Вы встретились, там подписали бумажки, которые обычно никто их не смотрит. И вот такие ситуации возникают. Нужно все везде обязательно изучать, смотреть, читать. А вот. Тем более вы ни о какой сумме не договорились же, что вы выплатят, правильно? Нет, ничего не говорил. Вы планировали, что у вас этот случай выкупят? Или же вы думали, что еще страховую компанию подадут, потом страховка вам? Ну, он страховая компания вам перед... сказал, что сейчас я отдам страховую, страховая там тебе пересчитает все. У вас даже в заблуждение вводили, даже так. Он мне сказал, что страховую отдам. Фактически он продал свой страховой случай, не зная, что он вообще его продает. Может быть, даже оказаться, что в итоге мы договор, когда увидим, окажется, что его даже не подписывали. Такое тоже может быть. Такие ситуации есть. Это самое, это когда уже деньги перевели, я уже потом тоже узнал, что вот здесь что-то на вообще не страховая. А вы думали, что это вообще страховая компания вот действует? Я не знал, кто даже оформлял. Я сам с ними сейчас звонил с этим. А здесь вы комиссаром. У них вообще когда-нибудь были? Нет. Вообще ни разу не было? Нет. Вы у комиссара все это подписывали? Комиссар, да, он приехал. На дороге, грубо говоря, к вам там. Да, он, это самое, машину мы притащили домой. Авария произошла. На следующий день он приехал, мне все пофоткал там, позаписал мне. И все. И мне потом звонил. И это самое, кто там расчет делал, не знаю, комиссар, не комиссар, рассчитывал эту стоимость частей. Он мне звонил, говорит, там ВИН-код какой-то, мне это самое, фотографировали, размытый получился, переснимем. Я ему переснял, на WhatsApp отправил. В общем, у нас вот операция-конспирация, мы в машину сели. Вот здесь направо, Тань, потихонечку. Вон, ходит. Ходит, да. Вот я тут где-то проезжай. Потихонечку. Блять, срисовывают. Да? Меня не срисовывают. Проезжай. Едем. Ну, куда мне? Езжай, правее бери и езжай. Вот. Вот сейчас налево, да. Ага, умничка моя. Так, езжаем. Вот тут вот где-нибудь выбери место припарковаться. Вот здесь прям, здесь. Нет. Возле белый там знак. Так, все, так, стоим. Я делаю вид, что я разговариваю по телефону. Да. На самом деле я смотрела видео Лёпа, блин, не пристегнулся, говнюк. Теперь будет моргать эта штука. Так, ну, сейчас что посмотрим. У вас там за не... Они закрывают двери. Представляешь, закрыли дверь, чтобы мы туда не вошли. А что значит закрыли дверь? Вот в прямом смысле. Закрыли дверь, чтобы туда мы не вошли. О, открыто. У них пользуются. Видишь, как сейчас открыто. Кто-то у них тут. То есть вас просто тупо не пустили? Тупо не пускают. Они увидели, что мы с камерами быстро закрылись. Шторы задернули, все задернули. То есть, типа, ничего у них не работает? Да, который за нами палил, который Штирлиц не так никогда не был близок к провалу. Реально он за нами ходил, короче, типа не за нами. И я говорю, через сколько секунд он появится? И прям даже двух секунд не прошло. Сейчас должен выйти. Должен. Давайте, через сколько секунд он выйдет? Давайте, сделайте ставки. Вот. Без палева. Это агент 00 провал. Нет, понял. Это фиаско, братан. Ой, блин, смешно. Ну, это представляешь, вот штрим видно есть, что скрывать видно так. Ну, вон, у меня там вот заходит, он оптимист. Ну что,
Может, я быстро вас сам подвезу? Вы не, знаешь, как, короче, как мы сделаем? Они закроют быстро. Танюш, знаешь, как сделать надо? Сейчас здесь машину нужно будет тебе оставить, ключи оставить. Зайти туда к ним. Там просто сказать: здравствуйте, я правильно попала там? Ну, что-нибудь придумаешь, там, что-нибудь спросить. Или спросишь что-нибудь. А вот здесь у вас экспертизы делают. И в этот момент мы пойдем туда. Мы закроем машину. Потом ты, соответственно, пост дал, пост принял, пойдешь сюда в машину, а мы там дальше продолжим, чтобы машину не эвакуировали. Окей? Здрасте еще раз. Так, к кому вы обращались? Девушка сидела вот эта. Еще там телефон. Мы вчера с вами общались. Закрывайте здесь. Ну, некрасиво. Ваши люди за вами ходили, со Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Понимаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, наверное, к вам. А вы кто? А я директор. Директор. А как вас зовут? Евгений. Тогда вот отлично. Ну, можно вас сюда пригласить, вот сюда поближе. А что у нас? Я не согласовывал это или нет? Да не, нужно согласовывать. А что? Я пришел, вы не согласовывали. Есть проблема. А, ну пойдемте, конечно. Если проблема надо решать, приходите. Саша, будем решать проблему. Кто? Ковлин Александр Николаевич. У вас оформили тут документы по ДТП. Ну, посмотрите. У нас тут, у меня здесь в кабинете? Ну, у вас в кабинете. Ну, вот здесь конкретно, в вашем офисе. В соседнем кабинете? В общем, не в соседнем кабинете. Ну, здесь. А где? Вы со мной заключали договор, я заключаю договор либо у себя в кабинете, либо у себя в офисе. Ну, смотрите, тут какой расклад. Да. Значит, гражданин пришел, ваш клиент непосредственно, обратился к девочкам, чтобы получить копию договора в сессии. Подождите. Что значит, гражданин пришел, наш клиент? Ваш клиент. Вас как зовут, товарищ Штирлиц? Меня Вадим. Меня не Штирлиц. Штирлиц – это ваши сотрудники. Вадим, мои сотрудники имеют имена, и не надо обзывать сотрудников Штирлиц. Я никого не… Штирлиц – это никакое не обзывательство. А что это? Это, так скажем, даже, наверное, похвала. Но Штирлиц никогда не был так близок к провалу, как ваш Штирлиц. Вы сейчас говорите, имеете в виду конкретного человека? Конкретного человека. Персонажа из фильма известного. Нет, конкретного человека. Но он очень был похож на этого персонажа из фильма. Ну да ладно, мы не об этом будем говорить. Смысл в чем? Здесь дали, какую вы здесь бумагу дали? Опись. Правильно? Да, договор. То, что обращались в страховую компанию, здесь девочки. Ребят. Вам заняться нечем. Да мы давайте по существу. Вы говорите, решили урегулировать ситуацию. Давайте по существу. Давайте по существу. Так. Расскажу вам, ребят, так. Я не знаю, кто этот гражданин. Я не знаю, кто вы. Я не знаю никаких ДТП, никаких договоров. Мы оценочная организация. Мы работаем с юрлицами, с бюджетными организациями. Вы работаете? Да, с физлицами в порядке исключения. Какие-то ДТП, ШМТП. Вы договор здесь включали меня со мной? Я хотел как раз договор только взять у вас, договор. Вы со мной здесь договор заключали? С вами лично никто не заключал, с вами конкретно лично. А с организацией, с организацией моей заключали договор? А скажите фамилию, которая там фигурирует в этом договоре. Так с организацией или фамилия? Сейчас я скажу, это физлицо. Физлицо? А зачем вы ко мне пришли, если физлицо? Пришли в организацию. Какое сейчас физлицо? Сейчас мы вам расскажем. Физлицо какое? Вы не суетитесь, честно. Да я не суетюсь абсолютно. Вы просто мешаете мне работать. Фамилию вы смотрите. Да сами не работаете. Вы пригласите, послушайте. Мы работаем. Да. Вы не нужно тоже голословничать. Значит, теперь следующий момент. Я пригласил вас. Прошин Владимир Владимирович. Известно такое лицо? Прошин? Нет. Неизвестно. Нет, это еще сказали. А вот как вот здесь, кто вам конкретно дал эту опись? Есть аудио, просто есть аудиозапись разговоров здесь с сотрудниками, которые сказали, мы поищем этот договор. То есть они подтверждают, что он имеет место быть. Следующий момент. Они говорят о том, что вам же выплатили, вам же перевели. Так, давайте, от кого был перевод? Вы в курсе? Вы переводили деньги какие-то гражданину? Я еще раз поясняю, я гражданам деньги не перевожу. А теперь я работаю с юрлицами.
Смотрите, пожалуйста, Евгений Александрович, имя отчество ваше, правильно? Мое, да. Да, Лебенко, верно? Лебенко. Так вот, скажите, пожалуйста, 11-12-19 года, перевод на 81-100, вы переводили? Или это какой-то другой Лебенко? Да, это, наверное, другой Лебенко. Другой Лебенко. Да. Вы же знаете, что это легко все установить, какой именно Лебенко. Вы сейчас обманываете? Я сейчас никого не обманываю. Я директор ООО «Эксперт». Да никто не говорит, что вы там не директор. Вот мои учредительные документы, почитайте. Общероссийский классификатор. Вы как физлицо с пометкой «Страховое возмещение по СТП». Вы как физлицо переводили эти деньги? Я физлицо перевожу деньги, кому хочу, в любых объемах, в любом количестве. Читайте, какие претензии ко мне. Вы привели к вам. Послушайте, вы почему вы привели уходите? Ко мне гражданина, вы мешаете мне работать. Вам работать мешает? Вы мне мешаете работать, да. Послушайте, вы нас пригласили в этот кабинет для урегулирования. Для урегулирования конфликта. Так пока урегулирования не вижу. Зачем мне ваши документы? Так я же не знал, какого рода будет конфликт. Я думал, конфликт будет касаться моей профессиональной деятельности, моей организации. Я думал, это представитель, возможно, какой-то больницы приехал, где в каком-то отчете допустил. Послушайте, здесь больных нет никаких, значит, я вам скажу. Болен здесь только один человек, который сейчас врет. Либо вы признаете свою болезнь. Либо вы скажете, что вы сейчас пошутили. Так вот, скажите, вот перевод 81-100 Евгения Александровича Лебенко по страховому возмещению по ДТП. Значит, покажите. Покажите СМС-сообщение. Покажите СМС-сообщение. Но вы не припоминаете ничего? Я не припоминаю. Это было недавно. Нет, я не припоминаю ничего. Я-то думал, как бы здесь порядочно себя ведут. Я думал, там непорядочно ведут. Оказывается, здесь две непорядочные конторы. Я тоже думал, что себя... Мы не дадим работать ни вам, ни той конторе. Да вот вы как раз этим занимаетесь. Мы не дадим работать, обманывать людей, понимаете? Мы не дадим. Вы не даете мне работать сейчас, в данный момент. Вы посмотрите, чем все это закончится. Я сейчас, наверное, буду полицию вызывать. Вот это правильно, да. Вот это правильно, да. Это самое лучшее, что я сейчас могу сделать. Что я сейчас могу сделать. Покажите смс-ку ему. Ходите, мешаете работать людям. Знакомо? Олег Александрович Д. Евгений Александрович Л. 17-86. Переводили, не переводили. А где я 81 тысяча перевода? Вообще не вижу никакого. Есть что там? Что? Вот это что, вы не видите разве? 81 тысяча от Евгения Александровича. Я посмотрю сумму 186. Ну это же не ваши деньги, что же вы так это сразу. Это же не ваши деньги, 186 тысяч. Вы смотрите, какую вы сумму перевели. Вы припоминаете, скажите? Я не припоминаю, уважаемый товарищ. Покиньте, пожалуйста, помещение. То есть вы сейчас, смотрите, имеется аудиозапись, как ваша сотрудница, вы можете показать. Вот эта сотрудница вам говорила, я так понимаю, да? Какая? То есть она дала опись. Да, она дала опись. Она конкретно дала опись, что вы подавали, ну, что ваша организация, там, физлицо, там, получается, фигурирует физлицо, вот этот Прошин, значит, подавали от его имени в страховую компанию соответствующие документы. Здесь опись дали. На основании чего подавали документы? Договор о цессии. Договор о цессии? Да. Договор о цессии был с кем заключен? С Прошиным. А при чем здесь я? Послушайте, вы конкретно здесь ни при чем. Вы знаете при чем? А при чем на каком основании вы перевели тогда деньги? При чем здесь моя организация? Скажите, вы деньги перевели тогда на каком основании? Вы переводили деньги? При чем здесь моя организация? Я перевожу денег, знаете сколько? Скажите, а тогда зачем? Это как называется? Каждый день и очень много денег. Благотворительность? Возможно. То есть вы уже припоминаете, что такая сумма была? Я ничего не припоминаю. Вы говорите благотворительность, я занимаюсь благотворительностью. Это может быть благотворительность. То есть мы эту сумму считаем как благотворительность, правильно? Эту сумму, я не знаю. Просмотрите, Прошин, давайте вот так смотрите. Прошин фактически перевел, точнее не перевел никаких денег. Да. Договор цессии не выполнен был. Да. Он правильно? Он получается, там и суммы никакой не прописано, которая должна быть. Следующий момент, смотрите. Я не знаю, это вы Прошина спросите сами. Хорошо. Я так смотрите, фактически Прошин не рассчитался вообще никаким образом по данному страховому случаю, по договору цессии. Ну да. Да. Вы перевели деньги. Мы будем считать, что это просто вот как бы такая благотворительность. То есть нам дальше взаимодействовать вы никаким образом не знаете Прошина этого, он у вас не сотрудником является. Представления не имеет. Не является сотрудником, вообще не знаю. А какое отношение тогда ваша сотрудница имеет к нему?
Моя сотрудница к нему не имеет отношения. Подождите, это ваша сотрудница, вот эта девушка? Да, это ваша сотрудница. Да. Скажите, откуда у нее и почему она говорит о том, что да, действительно, был заключен, там аудиозапись имеется? Когда выйдет этот сюжет, вы прослушаете все внимательно. Подождите. Она говорит о том, что мы не можем дать договор, так как мы оригинал передали в страховую компанию по этому прошину, но при всем при этом, по-любому есть копия, но не захотели отдавать. Более того, она говорит, вам же перевели 81 тысячу. Перевели, она тоже проговаривает. Следующий момент, она дает опись тех документов, которые были поданы в страховую компанию. Тем самым подтверждает, что это напрямую имеет отношение к вам, потому что вы сами еще сказали, что эта сотрудница работает у вас. Так кто врет? Она? Еще раз вам объясняю, вы мне сказать. Или вы сейчас нагло врете мне с невинным взглядом. Вы мне сказать, дадите бро-бро-бро. Вас невинный такой еще взгляд? Еще раз рассказываю. Эта девушка, мой секретарь, так. Она никакие документы не выдает. Никаких... Она выдала опись. Она никаких описей не выдает. Так если никаких аудиозаписи у нее нету. Какая аудиозапись? Вы что? О чем вы говорите? У вас есть сейчас возможность ее включить? Какая аудиозапись у вас есть? Включите. Какая девочка? Включите сейчас аудиозапись. Да что мне мозг давайте вас сейчас включим. Голос ее да сейчас что будет. Мне мозги компенсируете? Мозги вы нам компенсируете. Да а теперь послушайте внимательно. Сейчас угомонитесь, послушайте. Я послушаю. Вы послушайте. Послушаю. Я говорю, я послушаю. Так просто ничего не закончится. Я послушаю. Просто можете я поверить. Послушаю. Либо вы урегулируете конфликт я с клиентом. Я послушаю. Либо все закончится очень печально. Я послушаю. Вы сейчас, больше потеряете. Я сейчас уверен, что это будет голос не этой девочки. Потому что эта девочка не может такого ничего сказать и ничего такого сделать. Сейчас посмотрим. Она не занимается никакими ДТП, не знает никакого прошлого. Что вы мне рассказываете? Хорошо, конечно. Погромче сделайте. На максимум, что было. Да, на силу. Ага. Ну, помотай еще для тебя в основном. Это девочка? Это не эта девочка. А, это голос какая? Не этой девочки. Какая девочка? А я откуда знаю, какая девочка? У вас одно девочек, да? У меня две. Две девочки. Две девочки. Так это может быть одна из двух? Да. Сомневаюсь. Это не одна, не другая. Послушайте, никто не предложил голос ни одной, ни второй, да? А, я знаю, какая это вторая девочка. Это не эта девочка. Тут есть вторая девочка у вас, да. Есть юрист, согласен, есть да. У нас юрист, да. Такая вот, да, есть у вас, да. Вот это вот ее голос. Такая я сейчас узнаю. Такая темная. Вчера, да. Ну, вот да, это она, ее голос, да. Да. Это ее голос. Все. Ирина! Ирина! Там еще сообщение. Сейчас, вот просто что-то плохо слышно. Скинь мне WhatsApp, пожалуйста, включу на своем. Я скинул. Дай тебе. WhatsApp, можешь еще раскинуть. Сейчас я посмотрю, что-то. А подожди, сейчас посмотрю, ты мне что там скидывал. Так. Во, у меня тут есть, да. Стой. Во, у меня тут лучше слышно. Сейчас. Не делай, пожалуйста, что делать. Это не одна, не вторая девочка. Только от левой, да? Скорее всего, да. И тут три было, да. Ну. Сейчас, тут хорошо. И все три говорили. Сейчас. Забил голову. Третья не моя девочка. Третья девочка, вот у меня все болезнь. Такую досаду, боже мой, не знаю, не может быть. Что ты, Вася, там сделал какой-то? Вы давайте, когда мы будем заплатить, все бабки, у нас все, остаемся, какого компания. Ну, это не она, это не моя девушка. Не она. Вот эта девушка была? Не она, я тебе говорила. Ну, может, она поверить, но все равно, блин. По-моему, кто сама и говорила. Не знаю, не говорю. Не слышу зла, не вижу зла. Знаете, не вижу фильм. Не слышу зла, не вижу зла. Послушайте, но тем не менее это они. Причем обе. И вы это прекрасно понимаете. Вы можете, мы друг с другом, вы и я понимаем и знаем, как есть на самом деле. Вы можете говорить, и из ваших уст может все что угодно выходить. А из ваших... Правду вы знаете. А из ваших не может что угодно выходить? Из ваших уже выходит все что угодно. Все что угодно? Я все по существу, вы все по делу. Вы ходите. Я
отвлекаете людей просто от работы. Слушайте, если бы не было такой ситуации, я бы к вам не приходил бы в гости. Вы зачем вообще пришли в гости ко мне, я не пойму, ребята. Вы будете урегулировать добровольно? Ребята, вы зачем пришли в гости ко мне? Вы со мной договор заключали. Слышали? Вы с кем заключали договор? Вот туда и идите, урегулируйте. Скажите, пожалуйста, раз эта девочка, значит... Какая девочка? Которая вот здесь вот сидит. Уважаемые господа, покажите мне договор, заключенный мной, как физлицом, с данным гражданином. Обществом моим, с данным гражданином. Вы почему какого-то Плюшина, блядь... Извиняюсь, сюда какого-то, блядь... Вы уже сдерживаетесь. Я уже сдерживаюсь, да. Какого-то Плюшина мне втирает. У меня нету Плюшина. У меня Плюшин никогда не работает. На вас никто не нападает. Понимаете? Мы хотим с вами по-добровольному разобраться. Послушайте, меня, вы сами пригласили. Меня лежит неподписанный отчет. У меня ждет человек. Мне нужно подписать, проверить отчет и отпустить человека. Вы клиент-ориентированная фирма. Руководитель, клиент-ориентированная. Вот у нас была похожая ситуация с Авторниковым Борисом Геннадьевичем, насколько я помню имя отчество. Это на 20 октября, значит, контора аналогичными занимается вещами, ну, так скажем, более порядочно, да, тоже, если сравнивать с вами, то у них относительно вас, у них просто сотрудники были неадекватные, девушки, они там камеру бросились, нет, но руководитель... Нет, как я не знаю такого. Ну, неважно, да, знаете, вы не знаете. Нет такого организации. Послушайте, самый ключевой момент, что вот там руководитель клиентоориентированный оказался, понимаете, он выплатил деньги, что полагается, там они хотели сначала одну сумму как бы выплатили в итоге, как полагается. Правильно. Более того, тот ущерб, который был причинен в рамках этого мероприятия, они возместили. У вас молодцы, как бы сотрудники как бы там не прыгают, но они закрываются почему-то. У вас, наверное, была бед, наверное, да? Да. Да, была бед. Да. На вывеске вас чуть-чуть не улыбнулся. Чуть-чуть. Вот послушай, у вас на вывеске... Послушай сам. Послушай теперь. Ко мне послушай. Обращаться на вы попрошу. Я не хочу тебе на вы обращаться, понял? Не ходи послушай, мне, вас понял. Ты врешь. Идите отсюда. Объясняю. Идите, ищите своего Плюшина. На вывеске написано, что вы без выходных и без перерывов. Ты врешь. Я директор. Имею право установить. Ты знаю где. Ты у меня в кабинете находишься, господин Шарошин. Ты пригласил сюда. Я пригласил сюда. Пригласил сюда для того, чтобы урегулировать вопрос. Увидишь глаза? Да. У тебя глаза сейчас. И как же ты мне, блядь, глаза увеличишь, интересно знать. Зум есть. Он тебе сейчас увеличит. Он увеличит камеру, а глаза у меня не увеличит. У тебя сейчас Послушай, у тебя тоже расширенные. Ничего сам не принимаешь? Я нет. А почему же просто вопрос задаю? Зачем ты ко мне пришел сюда? Послушай, объясню. Я не знаю этого человека, я не заключал с ним договоры. Он не заключал договоров со мной. Он не заключал договор в моем офисе. Не будем урегулировать ситуацию. Всего хорошего. Не будем урегулировать ситуацию. Не будем урегулировать ситуацию. Не будем. Сейчас мы сюда еще повторно вернемся. Да возвращайтесь сколько хотите и куда хотите. Сначала договор принесите, который за вас. Сейчас мы соответствующую бумагу вам принесем. Принесите, что хотите. Немножко вы... Чего-чего, говорит? Делать нечего, ходят. Слушай, ну попричитай. Да, ты пока здесь останешься. Сейчас я приду. Скажи, пожалуйста, вот здесь момент, как зафиксировать нам. Получается, да без ручек, пожалуйста, а то у меня получается, пожалуйста, ребята, смотри, что вы пришли, вот эта вот сотрудница, правильно, она в офис выдавала именно вот эту бумагу? Или вторая другая сотрудница? Я точно не помню. Она присутствовала тогда и говорила, тоже разговаривала с вами. Да, то есть на аудиозаписи присутствуют два голоса. И той девушки, и этой девушки. Вот, поэтому мы сейчас... Мы сделаем таким образом. Мы сейчас принесем претензию, она подготовлена. Мы напишем, дополним непосредственно там фамилию. Раз девушка уполномочена как бы такими вещами заниматься, какими и здесь вещами? Принималась. Это девочка, мой секретарь. За какими вещами она уполномочена? Может быть, она еще секретарь у другого, вот у Прошина получается, да? Может быть, у такое? Какого Прошина? По совместительству. Ребята, у какого Прошина? А почему тогда, скажите, пожалуйста, вы выдавали офис? У какого Прошина, ребята? Вы выдавали офис гражданину? Ничего не выдавали на днях, да? Я понял вас. Сейчас мы одну секундочку. Вы здесь пока побудьте. Сейчас я приду. Вы заключали со мной договор? Вы здесь с утра были? Вы заключали договор со мной как с физлицом, как с организацией. Вы с утра здесь были? Я с утра здесь был. А почему со мной не стали разговаривать? Я спрашиваю. Девчонки, почему со мной не стали разговаривать? Я спрашиваю, где начальник ваш? Никого нет. А у них нет начальника? Нет начальника. Вы не начальник? Я директор. Директор? Вы не начальник, да? Нет, начальник. Они вам не подчиняются, да? Да нет. Так, смотри. Сейчас. Напишешь ручку.
Ну, вы будете проходить ко мне или нет? К вам? Пойдемте. А кому же еще? Пойдемте. Нас приглашайте. Мы с удовольствием. Понимаете, в подъезду могу только я отвечать на меня. Хорошо. Проходите, проходите. Проходите ко мне, что вы. Что? Проходите, смотрите. Спасибо, спасибо. Так, смотри, значит, здесь сейчас сходишь, что далеко, вот эту шапку. Ну а ты документы а как? Я кому отдавал? Где тебя-то? Я вообще его в глаза не верил. Я не знаю, существует он в действительности. Может, он в действительности не существует. Может, они на подставное лицо, как хуячи, чтобы налоги не платить, может, потихать. Ну, зашел к начальнику, спрашиваю, старшим работает? Он говорит, такого так у нас нет. Ну, что написано, я его не печатал. Ну, скажи, ты здесь контроль? Ну, эксперт ЛЭД нет контроль, правильно? Ну, Ритку 157, да? У вас работает удовольствие профессор здесь. Он подтверждает. Ну, говори, ЛЭД не работает. Работает? Ну, скажите. Ну, Паршин, ну что пристали ко мне опять, не пойму.